Он начинал карьеру простым колхозником и заслужил самые высокие трудовые награды. Сегодня исполнилось бы 85 лет одному из самых ярких представителей Карачаева-Черкесии, советскому и российскому политическому и общественному деятелю, народному депутату СССР, председателю колхоза «Родина» Исмаилу Хачирову. О трудовом пути яркого человека в репортаже Мадины Каракетовой. Жизнь Исмаила Хачирова была яркой, как комета, наполненная важными событиями и неотложными делами. Он посвятил ее людям, служению своему народу и интересам многонациональной Карачаево-Черкесии. Исмаил, если так образно сказать, был подарком судьбы для нашей фамилии. Он заслужил своим трудом, своим бытом. Начиная с малых лет, вот по рассказам, знаю я, что он был стремился... хорошо работать. Рассказать о всех его достоинствах, личных и профессиональных, не хватит вашего эфирного времени, говорит Тохтар Хачиров, троюродный брат Исмаила Хачирова. Но одно, несомненно, его жизнь – это яркий пример беззаветного служения Родине. Если вот в карачаевском народе был такой человек, который знал работу, жил интересами народа, наверное, он был одним из этой категории людей. Порядочный был человек этот самый, мы долго дружили с ним, лет, наверное, 10-15, пока он не скончался, этот самый. Всегда с пониманием относились, когда появлялись проблемы для решения, проблем народа, этот самый, вместе решали эти проблемы. Отец, он посвятил всю свою жизнь служению своему народу, в первую очередь, работал председателем колхоза. Около 20 лет всегда мечтал принести пользу своему народу, и это, я считаю, ему удалось. Много он занимался проблемами своего народа, особенно вот по реабилитации, когда был народным депутатом СССР, посвятил основную часть своей депутатской деятельности именно реабилитации карачаевского народа. Отец нас воспитывал своим примером. В 1979 году Исмаил Хачиров был избран председателем колхоза «Родина» в Прикубанском районе, в котором он и начинал свою трудовую деятельность. Тогда он уже жил в селе Чапаевском. Под его началом применялись самые передовые технологии в развитии животноводства и растениеводства. Была создана, собственно, перерабатывающая отрасль, включавшая в себя 12 колхозных предприятий. Такого не было ни в одном другом районе Карачаево-Черкесии. Золотым временем были для села Чапаевское годы председательства Исмаила Хачирова, рассказывают местные жители. Директор Чапаевской средней школы Ачмес Малсуйгенов был свидетелем тех преобразований. 6 раз наш колхоз и наше село было награждено Красным знаменем Совета министров РСФСР за достижение, которое этот человек вместе со своими жителями сумел сделать. И газ в селе, и вода, ну и стабильное автобусное сообщение, и асфальтовые дороги, и новые улицы, которые он для жителей. Село расширяется, по сей день расширяется. Вся жизнь Исмаила Хачирова отражена в книге под его же авторством «Дело всей жизни». За свою трудовую и общественно-политическую деятельность он множество раз был отмечен. В арсенале наград и знак почета в 1984 году, звание лауреат премии Совета министров СССР в 1989 году, орден Трудового Красного Знамени в 1991 году. Ушел из жизни Исмаил Хачиров на 76-м году жизни в марте 2014 года и до последнего дня продолжал трудиться в Национальной общественной организации. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.